Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Родные скончавшегося в конце ноября 2021 года композитора и певца Александра Градского до сих пор не полностью рассчитались с его имущественными долгами. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По данным газеты, о задолженности Градского стало известно уже после его смерти. Сумма долга изначально составляла чуть более полумиллиона рублей. Спустя месяц погашены почти 100 тысяч. На сегодняшний день семье Градского осталось выплатить еще 431 тысячу рублей, говорится в материале. В КП отметили, что главным образом композитору набежал долг за имеющуюся у него недвижимость в Москве, еще 70 тысяч рублей составили земельные и транспортные налоги. Выплатить задолженность Градский должен был 1 декабря, но в силу серьезных проблем со здоровьем и последующей кончины, не успел этого сделать. Сейчас оставшиеся долги должны выплатить члены семьи, вступившие в наследство. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.